Всем привет, с вами канал Супер Тюнинг, и сегодня мы будем делать тюнинг проект автомобиля ГАЗ М20 Победа. Вот она, всем известная Победа. Посмотрите на эту красавицу. Итак, долго не думая, мы первым же делом сразу посмотрим, есть ли на нее пакеты. Итак, если есть пакеты, так, вот такая вот у нас автомобиль, и вот что мы с нее делаем. Сразу меняем ее вид. И что я думаю, сразу я хочу этот пакет сделать черным. Такой будет черный низ. И сразу же поменяю, так, краска экстерьер, верхушечку. Нет, не красный, синий, наверное. Так, сейчас мы попробуем сделать. Так, и последнее окно. Вот такой вот экстерьерчик, я думаю, нам будет очень-очень привлекательно. Теперь тонировочку. Ну, да, сделаем тоже полностью тонированные стекла на нее. Так, подвеска. Подвеска нет, подвесочка пускай остается. Теперь, ну, после такого всего, я думаю, без спойлера здесь не обойтись. Давайте попробуем найти нужный спойлер. Так, ну его даже искать долго не нужно, вот он сразу же появился. Так, теперь, конечно, было бы неплохо поставить вот такую вот фишечку на наш капот. Да, отлично будет смотреться, посмотрите сразу какой вид. Так, и также наверх давайте двойную вот такую вот. Все, автомобиль монстр. Я ничего не могу сказать против. Так, вот такой вот неончик ставим. Так, что я смотрю? Я здесь, честно говоря, я не вижу зеркал. Вот. Теперь я думаю, все отличненько будет. Так, или нет, все-таки вернем старые вот такие зеркала. Так, что еще здесь можно сделать для нашего автомобиля? Фары передние, да, давайте их немного поменяем. Нет, видите, то есть возвращаем фары и ставим назад пакет. Так, видите, что мы зря, конечно, это все сделали. Так, пакет, вот он, вернули наш пакет мы. И сейчас покрасим его назад в черный цвет, так как у нас было, или в принципе можно оставить и синий. Но вот он поменялся назад, наш пакет остался опять черненьким. Все, так, зеркала есть у нас. Так, давайте еще используем немного аэрографии. Не знаю, как она будет видна на черном цвете. Тип краски, вот она, наша аэрография. Давайте попробуем. Нет, красный нужен, красный, да? Нужен более такой вот красный, яркий красный цвет. И думаю, это будет замечательная аэрография для нашего автомобиля. Ну и в принципе все. В принципе можно заканчивать. Выберем только давайте посмотрим какой-нибудь шаблонный фон. Вот такой вот фон для нашего автомобиля.
Всем напомню, это автомобиль ГАЗ М20 Победа. Если вы хотите увидеть свой автомобиль в нашем тюнинг проекте, пожалуйста, пишите в комментариях марку и модель вашего автомобиля, и мы обязательно сделаем тюнинг проект для вас. На этом я буду заканчивать. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие тюнинг проекты.